например, leggere, scrivere, не leggere, а leggere, одной буквой надо джере говорить, leggere, scrivere, prendere, mettere, да? Хорошо. Третье спряжение, окончание ire. Музыка, контемпоранея, да, вой, аскультате, ла музыка контемпоранея. Любовь Александровна преподает итальянский язык и вокальное мастерство в Магнитогорской консерватории. Прекрасная певица с богатым голосом, у нее драматическая сопрано, она считается еще одним из лучших педагогов-специалистов. Если ученика готовит Любовь Александровна, ему обеспечены высокий профессионализм, яркая исполнительская или сценическая жизнь в будущем. Я потомственная казачка, мой прапрадед был атаманом вот здесь, вот нашей старой Магнитке, тогда этот поселок был, он был атаманом, и до него его дед был атаманом, до него, вот, и они все были очень грамотные, заканчивали гимназии, вот. И у них были зычные голоса. Зычные, наверняка, ну, наверное, командовали там своими подчиненными, но они все умели играть на инструментах и, конечно, пели. Я вот помню, моя бабушка, потом, значит, пела, знаете, такой вот романс, наверняка это он был или гусарский, но во всяком случае она от них, от вот этих своих слежков, да, наслышана была, накинув плащ с гитарой под полою. Накинув плащ с гитарой под полою, к ее окну приду в тиши ночной. Это вот я потом в старинных романсах в концерте его исполняла. Когда-то вот у меня была пластинка такая, у мамы, вернее, была пластинка «Мазепа» опера. Тогда в то время, что я еще маленькая была, 4 года. Представляете, это где-то 47... Послевоенные годы. Да, послевоенные годы, да. Вот. И я пела все с этой пластинки. И там вот Марию вот эту вот «Спи, младенец мой прекрасный», да, и я вот, ну, я не знаю, символично это или нет, когда я заканчивала колледж, я в госпрограмму включила вот эту колыбельную Марии. То есть это вот из детства. Няня уходила моя за водой с ведрами, а я быстренько-быстренько включала маленькую эту самую проигрыватель и слушала эту пластинку. Она приходила, меня опять с этого отбирала. То есть вы уже знали, что будете певицей? Да, наверное. Любовь Александровна также требовательна и к себе, к своему творчеству. Много работает, ищет новые и новые произведения по многу раз, повторяя со своим постоянным концертмейстером Олегом Богатыревым неподдающиеся фрагменты. Недавно у Любови Мишуровой с большим успехом прошел концерт «Бенефис». Это был праздник музыки, торжество божественного пения и полный зал поклонников, учеников известных или только мечтающих о сцене.